Первое, что мы сделаем, давайте мы включим тут вот, как он называется, это пропорциональный эдитник, да? Дальше G и по Z пускаем вниз таким вот образом. Немножко так вот делаем, все отлично. Ну и теперь ремонтируем его весь. Так, что у нас там? У нас там следующее. Где B возьмем? Сейчас вот отсюда. Так, и здесь скажем экструд по нормалю. Так вот произойдет. Опа! Тут я лишнюю цепану. А не получится, ребят. Именно из-за этого. Ну тогда что? Тогда трубу одеваем. Здесь оно все произойдет нормально. Сейчас мы трубочку оденем, да и все. Так, Shift A, берем цилиндр. Столько нам не надо, достаточно 20, 12 или 20. Ну давайте 12 поставим. И уменьшим, естественно. Поднимем наверх. Смотрим. Двигаем теперь по Y. И у нас Y. Вот. Сюда. Правильно? Да, правильно. Единственное, что сделаем поболее. Повыше. Вот так. Так. И такую же трубу. Ну, она прилипла. Ну да ладно. Сейчас мы ее отлипнем. Или не отлипнем. А пускай так будет. Вот. В этом положении мы скажем P Selection. Все. Ну и дальше мы можем уже с вами поступать следующим образом. Выделить ее. Сказать Shift D. G. Разворачиваем. Вот. Сначала поставим сразу. Так, это будет у нас R по Y на 90 градусов. Так вот. Теперь ставим эту трубочку наверх. G. S уменьшаем по X. Так вот. И еще немножко сюда.
Так, отлично. Далее. Смотрим Edit Mode. Выделяем Ctrl-R. Делаем такое. Здесь тоже Ctrl-R. Так. Теперь здесь. Выбираем этот. Далее мы можем вот этот, наверное, надо сделать пошире. Так, Subdivision Surface, вот так. Здесь еще один Ctrl-R-чик, потянем сюда. Ну-ка, Мишка, я почему-то Мишка зову. Вообще не видать там. Перегнули у нас это. Теперь уже пробовать. Навряд ли. Что мне тарелка, может быть, поможет. Это вот зря я, конечно, сделал так. Не надо было так делать. Не надо было убирать Мишу. Так, ну а как получится? Нет, не знаю, сейчас посмотрим. Так, ну примерно вот так я сделал, теперь подогнул, руль немножко подогнул. Так, теперь, значит, мы возьмем, сделаем mirror. Так, теперь вот оно здесь. Единственное, что надо будет немножко отвести ручки.
Ну вот так. Теперь выбираем вот это. Ну, с этим все нормально. Вот эти вот позы. Вот теперь как самый настоящий мотоциклист. Так, далее сейчас возьму. Нет, вот, переключусь на лесопед. Так, тоже скажу, что нам надо мирроры произвести. Миррор, вот он сюда попал. Тоже миррор. Тогда мы сделаем по-другому. Выберем эту штуку. Сначала надо сделать следующее. Так, кота удалим. Что у нас осталось? У нас осталось, допустим, пойти сюда, выделить вот. Вот сказать иди. Так вот. Не нравится мне что-то это. Почему здесь так много всякой ерунды? О, вот теперь, да, лишнее было одно. Вот здесь нормально. Так, короче, вот где? Надо с обоих сторон делать, извиняюсь. Сначала Е. И теперь выдвигаем. Не попали в центр. Да ладно.
листов. И выдвинем чуть-чуть. Не более того. Теперь сделаем то же самое с этим колесом. Выделим обои. И еще раз и выведем наружу. Еще раз. Немножко не так. Не. Ну, другое дело. Достаточно будет, потом скажем смус 30, готово колесико, которое можем теперь спокойно передвигать вот сюда. Shift D по иксу. Готово. Ну что, нам останется сделать простенькие педальки и сидушечку. Сидушечку сделаем, так время у нас позволяет еще. Да, еще немножко. Сидушку мы сделаем. Так, где у нас тут меж плейн, поднимем, посмотрим. Эти две сначала мы, наверное, разделим, Ctrl-R сделаем, да, потом вот эти две S соединим вот так. Здесь еще раз Ctrl-R и S. Так, далее вот это садим. Так, и это отодвинем немножко по Y. Далее с вами можем поднять это Е. Так вот. Кроме этого выделить вот это ребро, сказать Ctrl-B.
где здесь контур? Это ребро я сказал, и это ребро, и другое. В чем дело? Господи, иногда бывает такая дребедень. Так, ладно, сейчас. Только время отнимает. М. Дистанция. 6 штук вертикаль. Откуда они взялись? Это необъяснимо, конечно. Ctrl P. Ну, теперь все нормально. Так. И здесь возьмем. Ctrl P. Отлично. Далее. Берем и говорим, что у нас будет Subdivision. Так, здесь говорим, упс. English, да? Дальше. Ctrl-R. Так. И здесь Ctrl-R. Теперь берем, сажаем на место. G. И смотрим опять же на медведя. Пусть он у нас будет медведчик, это кот. Господа. Смотри, у нас прям сидушка, как в самом деле, приподнята должна быть немножко, R. Вот так. Так, ну и смус сделаем. Остались педальки. Педальки очень просто. Мы берем мышь. Смотрим, нет ли ничего выделенного. И ничего нет. Тут какие-то бейки-бейки. Но я думаю, это можно поправить все. Скульптинге загладите. Так. Берем сейчас мышь, куб. Наебываем этот куб. Мы делаем плющом. SPZ плющом. SPY. Нажимаем вот так. Ну и тащим туда, куда нужно. Алексу. Смотрим поверху. Че наверх. Так. Ну и сразу же объект
этот, Ctrl-B, загладили немножко. Ну и следующим этапом объект, скажем, Bevel. Вот так закруглим. Отлично. И поставим его теперь второй Shift-D сюда, R сюда, а че он так изменился, второй. R. Ну и все, дорогие друзья, нам останется только его покрасить. Вот, и вы знаете, как делается, без проблем, да? Всего вам доброго, друзья. Пока.